Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Только для собак. Как будет работать регистрация домашних питомцев? Очередная доставка. Фонд «Доброволец» привез гумпомощь нашим бойцам. Обменялись коллективами. Пока рязанцы в Туле, тулики привезли сразу 3 постановки. Министерству культуры необходимо подготовить предложение по расширению экспозиции музея ученого в селе Гремячка, который будет капитально отремонтирован, а также по благоустройству прилегающей территории. Кроме того, Минкультуры области в тесном взаимодействии с коллегами из соседнего региона предстоит проработать вопрос создания межрегионального маршрута, который соединит музей в Рязанской области с музеем-усадьбой в Липецкой области и достопримечательные места. Эти поручения главы региона Павла Малкова на правительстве касаются подготовки к 200-летию со дня рождения Семенова Тяньшанского. Губернатор добавил, что музей должен быть по-настоящему интересным. О других темах заседания далее в сюжете. Новый спорткомплекс в Рыбном начнет свою работу в мае следующего года. Об этом на правительстве отчитался региональный Минспорта. Средства на объект выделены, сейчас определяются с подрядчиком. Глава региона поручил параллельно прорабатывать вопрос кадров. Следующая тема – капремонт Остроуховского сельского дома культуры в Захаровском районе. На эти цели муниципалитет выделил субсидию из регионального бюджета – почти 15 миллионов рублей. Подрядчиком работа выполняется в соответствии с графиком и будет завершена в установленный срок. По плану это 31 августа текущего года. Ход выполнения работ контролируется органами местного управления, депутатами и общественностью. В течение сентября будут проведены работы по оснащению Дома культуры оборудованием и мебелью. Спасибо большое. Сделайте тоже там какое-нибудь яркое, интересное открытие и посмотрите, что там внутри по наполнению коллективу, в чем, может быть, надо дополнительную поддержку оказать. Но опять, если делаем, делать надо хорошо сразу. То же касается и остальных поручений. Так, в рамках благоустройства ЦПКИО будет сохранен действующий маршрут «Парковый забег», который каждую субботу организуют активисты. Маршрут пройдет по обновленной дорожно-тропиночной сети, а в крытых павильонах обещают установить раздевалки и камеры хранения. Закончилось заседание правительства традиционным списком обращений соцсетей. В этот раз лидирует тема медицины. Рязанцев интересует вопрос о 12-й поликлинике. Идет объединение поликлиник в одно юрлицо. Объясню для чего. Это для экономической стабильности 12-й поликлиники. Проблемы 12-й поликлиники обсуждаются уже в соцсетях, в общем-то, не первое время. Любая попытка изменить пропускную способность, разделить потоки капитальным ремонтом ограничивается просто тем, что это первый этаж приспособленного здания с узкими коридорами и ограниченными площадями. В настоящее время это мера для укрепления экономики и стабильности, для того, чтобы не допустить просроченную кредиторскую задолженность медицинского учреждения для конца года. Но параллельно мы работаем над тем, чтобы войти в стройку новой поликлиники номер 12. В настоящее время уже есть понимание по участку. Мы завершили предпроектные работы и интегрируем строительство новой поликлиники в новый цикл модернизации первичного звена здравоохранения. Павел Малков напомнил, что 29 августа состоится его прямой эфир в соцсетях. Губернатор добавил, что поступающие вопросы жителей региона надо отрабатывать уже сейчас. К тому же, говорит он, регулярные прямые эфиры – это дополнительный стимул активизироваться и еще одна возможность посмотреть, где и какие проблемы есть, и оперативно на них реагировать. С 1 сентября этого года в Рязани начнет действовать закон о регистрации домашних животных. Упор при этом делается именно на собак, остальных, дескать, по желанию. В государственных ветеринарных учреждениях услуга будет бесплатной. Поставить на учет своих домашних питомцев владельцы должны будут до 1 января. В первую очередь это касается именно собак. Определенных условий для регистрации не нужно. Единственная деталь – животное должно быть чипировано. Как рассказал начальник городской ветеринарной станции Руслан Ахмедов, процедура установки чипа абсолютно безопасна. Все делается стерильными инструментами и в дальнейшем не доставляет питомцам никакого дискомфорта. Это введение импланта путем подкожного введения шприца. Шприц, он выглядит у нас, в принципе, вот так вот. То есть можно посмотреть. В нем есть капсула. В этой капсуле закодировано число, 15-значное число. Внесли, есть еще также число 5-значное в виде штрих-кода. Это данные, которые вклеиваются в сам непосредственно паспорт. Далее мы это 15-значное число при регистрации тоже вносим. И оно нам облегчает уже найти информацию владельца животного. Вот. Чтобы считывать этот чип, есть специальный сканер. То есть он можно проводим по месту введения и уже видим это 15-значное число. Чип нужен, чтобы в случае потери можно было легко найти владельца потеряшки. А также, чтобы наказывать недобросовестных людей, которые бросают четвероногих друзей на улицу.
улице. Сам же процесс регистрации несложный. Нужно лишь записаться на прием через МФЦ или подать заявление в государственное ветеринарное учреждение. По словам начальника Главного управления ветеринарии по Рязанской области Михаила Балакирева, таких в регионе 25. Если человек непосредственно обращается на ветстанцию, он может туда предварительно позвонить, записаться, либо непосредственно прийти. Но мы советуем все-таки лучше записаться. Там он заполняет бланк определенный, где указывается кличка животного, порода и так далее. Вот. И после этого производится чипизация животных и, соответственно, заносится все это в базу. Ну и также владелец должен предоставить документ, удостоверяющий личность, само животное, ну и ветеринарный паспорт с прививками, которые у него есть. Проверять, состоит ли животное на учете, будут только в случае жалоб на владельца. Штрафов за отсутствие регистрации сейчас нет, но в дальнейшем введут санкции, основываясь на региональном законодательстве. Для чего же ввели закон, рассказал Руслан Ахмедов. Путем регистрации домашних животных можем уменьшить количество бездомных, бросивших своих животных. То есть вот это привлекать владельцев непосредственно, чтобы животных своих не бросали. И это непосредственно снизить популяцию бездомных животных. Самая основная задача, которая у нас, конечно, в Рязани очень больная тема на данный момент. Если случилось так, что четвероногого друга не стало, то его необходимо снять с учета в течение 14 дней после смерти. Для этого питомца нужно кремировать, получить справку о проведенной процедуре, а затем отдать документ в государственную ветеринарную станцию. Тогда животное снимут с учета. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанский фонд «Доброволец» в очередной раз отправил гуманитарную помощь. В этот раз жителям Курска и нашим бойцам практически на всех направлениях. Приехали в ПВР, ведем разгрузку. Это первый визит рязанской благотворительной организации в пункт временного размещения в Курске. Привезли постельное белье, средства личной гигиены, в общем, все самое необходимое. Визит, говорят, первый, но точно не последний. Также заедем в боевые подразделения и в наше рязанское, к нашим рязанским спецназовцам, там получили от них заявочку. Сейчас вот тоже, в принципе, можно было показать. Заказали срочно тепловизионные экраны, которые и в ночное, и в дневное время спасают от коптеров противника, в том плане, что закрывают человека, то есть тепловизор, его не видно. Основная проблема, конечно, от вражеских птичек. Вот, также везем средства РЭП на курское направление. Это РЭП-глушилка – устройство радиоэлектронной борьбы. Здесь 16 каналов. Без подзарядки он работает полчаса. И на все это время он создает вокруг себя 200-метровый купол, в котором вся техника перестает принимать и передавать сигнал. В общем, идеальное средство от вражеских птичек. А потому частенько попадает в заявки от бойцов. В этом месяце третий поедет. Угу. Вещь, конечно, дорогостоящая. Это вот то, что сейчас просит вся линия фронта и на Курском, и на Брянском направлении, и на Херсонском, Запорожском, вообще все. Все, где идут боестолкновения, везде острая нехватка. В Курск фонд «Доброволец» приехал в минувшую субботу. В преддверии отправки Илья Корякин говорил, что ни одна поездка не обходилась без приключений. Дескать, дорога есть дорога. Из самого простого как-то перед их машиной фура съехала в кювет, чудом не зацепив. Из самого, в кавычках, «веселого» практически перед ними взорвали мост. До Курска добрались. Следующая остановка – ДНР и ЛНР. Всему фонду «Доброволец» большое спасибо. Спасибо, что нам помогаете, очень приятно. Как еще раз повторяю, всегда вовремя приходят. В важной передаче для бойцов, среди прочего, маскировочные сети. Когда наша съемочная группа обратила внимание, что их несколько мешков, Илья Корякин ответил, это очень мало. Сети нужны всегда. Вот так вот мы ее немножечко подрезаем и немножечко в разные стороны, чтобы имитировать природу. Почему нужны ручные сети? Почему нельзя покупать то, что продается там вот в Китае? Можно было бы проще то, что вот купил и отправил. Ребята просят ручные сети, потому что они невидимы дрону, потому что материал используем спамбонд, который дроны его не видят и закрывают и оружие и все. Маскировочные сети плетут прямо здесь, в фонде «Доброволец». Приходят представители сразу нескольких близлежащих ТОСов. Сюда же передают сети и другие неравнодушные граждане. Был случай, когда зимой отправили все сети, была большая гуманитарная миссия в феврале, белые сети.
городе все сети закончились. Срочно нашим разведчикам понадобились сети закрыть оружие. Нигде найти не могли. Позвонили в Преображенский храм. Девочки сказали, что хорошо, мы сплетем эти сети. 4 часа женщины сидели безвылазно, сплели 2 сети. Илье Корякину передали, он отвез. Ребята дали ответку: спасибо, вы спасли нам жизни. Это вот понимаете, это вот очень дорогого стоит. Здесь же в гуманитарной помощи много медикаментов. Например, такие важные ампулы с обезболивающим, которые должны быть в аптечке каждого бойца. Это маленькая, но дорогостоящая коробка. Не только в ценовом эквиваленте. Турникеты, бинты, глушилки, постельные, а также письма и иконки. Последние, кстати, кладут в каждую коробку. Все это собрано рязанцами. Одни приносили лично, другие помогали деньгами. В фонде доброволец говорят, что важен вклад каждого. К тому же заявок от бойцов хватает. Уже формируется новая отправка. Рязанский музыкальный театр на гастролях в Туле. На нашей же сцене сейчас можно посмотреть работы приезжей труппы. Для рязанского зрителя Тульский театр драмы привез сразу 3 постановки. Через 3 дня, 22 июня 41-го, и 2 дня он еще воевал. Вот и вся жизнь. Разговор об исторической памяти, соединяющий прошлое и настоящее. Так можно описать постановку «А зори здесь тихие». Спектакль о подвиге наших солдат во времена Великой Отечественной войны, которые ценой своих жизней остановили врага и сейчас трогает зрителей всех поколений. Мы уцепились за один интересный момент – фактически за последние абзацы повести, когда фактически уже после всех событий повзрослевший Альберт Осянин, сын главной героини, вместе с постаревшим Восковым возвращаются на места событий. И Восков рассказывает уже взрослому сыну главной героини о том, как происходили эти события. То есть, по сути, он пытается получить такое прощение за то, в чем он, по сути, не виноват. Но это дает возможность немножечко по-другому взглянуть на все события. А еще спектакль ставит перед зрителем вопрос, что же такое подвиг. Драма Рагима Мусаева по повести Бориса Васильева рассказывает о противоестественности войны и о силе духа человека. Главными героями здесь становятся 5 девушек-зенитчиц. Вступивших в бой с немецкими диверсантами. Мне вообще очень нравится, что у нас получилось расширить истории самих девушек. Потому что, как говорит драматург, кстати говоря, очень важно полюбить героя. И вот в нашем спектакле есть отдельные сцены из прошлой жизни девушек, когда они еще были красивыми, легкими, радостными, мечтали, надеялись. И мне кажется, это самое главное. То есть в спектакле звучит страшная фраза дикторским голосом, что ничего важного на фронте в данный день не произошло. А произошло. Погибли 5 прекрасных девушек, которые могли стать матерями, бабушками, могли подарить нам жизнь. Совсем недавно эти девушки мечтали о любви и семье, не знали друг друга и жили в разных городах. Совсем недавно они даже не подозревали, что окажутся там, где им совсем не место. Потом мы через танцы, и нам было фантастично танцевать вальс. И мы танцевали, потом стояли у окна, а потом он пошел меня провожать, и тут я сделала такое. Я повела его самой дальней дорогой. Тульская труппа привезла в Рязань еще 2 постановки – сказку о рыбаке и рыбке и Поллианну. Такой гастрольный обмен опытом в нашем музыкальном театре считают очень ценным. Обменные гастроли – это неоценимый опыт для всей труппы, потому что это новые знакомства, дружеские творческие связи, и, соответственно, артисты могут себя показать, то есть они уже полюбились на своих площадках, теперь они покажут свое мастерство на других, перед другой аудиторией. И я думаю, это будет очень успешно. И я надеюсь, не последний раз. То есть это только наше такое большое яркое открытие. Пока рязанцы наслаждаются гастрольной программой, наш музыкальный театр выступает перед тульским зрителем с постановками «12 стульев», «Бабий бунт» и «Приключения дюймовочки». Кристина Бочкарева, Александр Бредихин, телекомпания «Город».
С ФО вернулась июльская жара. По прогнозам синоптиков, летняя солнечная погода сохранится до конца месяца. При этом ночи по-прежнему прохладные. Палящее солнце, отсутствие сильного ветра и 29 градусов тепла на столбике термометра. Последние недели лета и начало осени порадуют рязанцев, уверяют синоптики. По сообщению регионального гидрометцентра, такая жаркая погода не является аномалией для августа и скорее близка к климатической норме. Погода очень жаркая, особенно днем. Это обусловлено влиянием отрогов обширного азорского антициклона, который поставляет нам воздух, не напрямик, но посредственно через территорию Европы из севера Сахары. То есть воздух достаточно сухой, но дело в том, что август характеризуется тем, что ночи становятся несколько длиннее, процессы выхолаживания тоже усиливаются, поэтому ночи все-таки останутся прохладными, а днем в течение всей этой недели, вплоть до следующего понедельника, мы ожидаем температуры около 30 градусов, местами и выше. 27 августа Православная церковь чтит библейского пророка Михея. Считается, что он первым предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения ее лидеров. Среди прочих пророчеств – пришествие Мессии. По народному календарю праздник называют Михеем Тиховеем. Связано это с традицией наблюдать за особенностями ветра. Если он тихий и спокойный, то осень будет солнечной. Если быстрый и стремительный, следует ждать ненастья. Кстати, после Михея завершают Успенский пост и начинают так называемый осенний мясоед. Еще в это время играют заранее обговоренные свадьбы. На Руси считали, что Михеев день – последняя возможность посвататься к понравившейся девушке. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире!